пасхальное яйцо в стиле Фаберже, сделанное из латуни. Создано оно как шкатулка. Открывается посередине. У нее половинки держатся на магните. В центре также на магните крепится вот такая вот фигурка. Это храм Христа Спасителя, символ Москвы. Она также легко вставляется в яйцо, ставится на магнитик вот в центре. Вот. И яйцо вот так вот закрывается. Оно сделано из латуни, золотого цвета. Кажется, оно как золотое. Поверхность очень аккуратно и качественно покрыта белой эмалью. Верхушка создана как стилизованная миниатюра короны Российской империи. Ну, такая маленькая. И все это яйцо дополнительно декорировано стразами, которые слегка переливаются и сверкают при солнечном свете или хорошем освещении. Вообще, это очень хороший стильный подарок, который может удивить, порадовать, а также можно много что рассказать об истории ювелирных домов в России и также традиционных искусствах.